Оперативники уголовного розыска Колпинского района задержали курьера аферистов. Искали по заявлению пенсионерок. Одна отдала 150 тысяч рублей, другая 200. Обманули пожилых петербурженок по схеме «Ваш родственник попал в аварию». Чтобы не возбудили дело, платите. Аферисты представлялись следователями и адвокатами. Конечно, оказалось, что близкие ни в каких авариях не были. А у этого курьера оперативники поймали его в Красногвардейском районе после телефонного вранья про внука, который устроил аварию. Он забрал у пенсионерки, ей 84 года, 370 тысяч рублей. Запомните, если у вас раздается телефонный звонок и голос говорит про какие-то беды с вашими родственниками, не верьте, положите трубку и сами наберите известный вам номер близких.